одна гостеприимная, хлебосольная, красотой новых дел молода. Ленинградская область раздольная, для меня ты на свете одна. Обследование населения. Множество возможностей сегодня будет предоставлено жителям 50-го района, и нам с вами, и мы с вами, я думаю, лучше должны пообследовать. Это флюорографии, это электрокардиографии, это измерение артериального давления, измерение глюкозы, холестерина, крови, заполнение опросов. Курящие люди смогут узнать, насколько курение приносит вред здоровью, количество угарного газа, выдыхаемого воздуха, заполнение опросов, заполнение опросов стресса. Будет возможность получить консультацию специалистов. Мы не зря сегодня собрались в этом зале, прежде всего, со специалистами первичного звена здравоохранения. Нередко мы считаем, что именно узкие специалисты решают основные вопросы здравоохранения, что смертность меньше там, где достаточное количество специалистов первичного звена здравоохранения. Первичные профилактики глобоистологии существенно выше, чем вторичные, когда мы уже при наличии болезней пытаемся предотвратить те или иные осложнения. О каких же факторах риска идет речь? Данные Всемирной организации здравоохранения, мы неоднократно обсуждали уже эти данные, свидетельствуют о том, что для российской популяции самыми важными факторами риска являются артериальная гипертензия, повышенный уровень холестерина, курение, но наряду с этим и недостаток потребления в пищу фруктов, овощей, избыточная масса тела, избыточное потребление алкоголя, гиподинамия. Наши пациенты нередко не хотят, боятся принимать несколько препаратов. Боятся, потому что мы не объясняем им, что прием нескольких препаратов в маленьких дозах более эффективен, чем прием, например, одного препарата в большой дозе и, вероятно, не очень эффективный. Боль приходится дозу все время наращивать. Несколько препаратов в маленьких дозах помогают, позволяют суммировать положительные эффекты и нивелировать нежелательные. Что мы обычно едим? Мясо, красное мясо, сливочное масло, картофель, хлеб, белый рис. Это то, что мы, как правило, едим часто. А это должно быть сохранить ее окончание. Это то, что мы должны есть редко. А часто мы должны есть, собственно, продукты из неочищенных злаков, растительные масла, овощи и фрукты, орехи и бобовые, рыба, яйца, это уже в меньших количествах. Наша пирамида пищевая, по сути, является перевернутой. И нам нужно вернуться, собственно, к тому естественному питанию, которое приносит нам больше пользы. Следующий фактор риска – курение. Наша страна – одна из самых курящих стран в мире. У нас курят более 60% мужчин, более 30% женщин. Но самое печальное, надо сказать, что глобальный опрос по юношеству показывает, что в возрасте от 13 до 15 лет у нас курят каждый третий подросток. Вот это действительно беда. Сахарный диабет – это всемирная эпидемия, глобальная эпидемия. 285 миллионов больных с сахарным диабетом во всем мире. 85-95 из них – это пациенты именно с сахарным диабетом второго типа. 438 миллионов прогнозируется в 2030 году. Это очень большая цифра. В России ежегодно более 270 тысяч человек заболевают инфарктом миокарда, связанным с сахарным диабетом. Около 38 тысяч новых пациентов нуждаются в заместительной почечной терапии. Около 32 тысяч человек переносят ампутацию ног или нижней конечности в результате осложнений сахарного диабета. Гипертония нередко у нас – это та болезнь, которая обеспечивает огромное количество вызовов врача, в том числе вызовов скорой помощи. И нередко наши пациенты вызывают скорую помощь, считая, что у них гипертонический криз. Очень важно знать первые признаки инсульта – это изменение сознания, перекос лица, нарушение речи, онемение правой или левой половины тела.
она достаточно исчерпывающая показывает, собственно, всю клиническую картину начинающего инсульта, хотя в жизни бывает все скорее не так. Поскольку симптомы могут нарастать, то совершенно недопустимо больного править самостоятельно стабилизироваться. К сожалению, даже в 2015 году у нас появляются в поликлинике больные, которые с подозрением на инсульт управляют из района, с подозрением, своим кодом. Это, в общем, кощунственно. О чем сигнализирует боль? По ишемии, недостатке кровоснабжения сердечной мышцы. Нам нужно информировать наших пациентов, что при первых симптомах затяжной боли нужно немедленно вызывать врача. Осознание того, что реперфузия – это единственная возможность помогать нашим пациентам, налаживание транспортировки и, конечно же, вторичная профилактика для того, чтобы инфаркт был меньше. Первый ролик. Там не надо оказывать помощь. Меня зовут Александр, второй коллега это Алексей, мы являемся кардиохирургическими реанимацией, работаем реаниматологами и являемся полноправными инструкторами Европейского совета по сердечно-легочной реанимации. Вы определили отсутствие сознания и признаки клинической смерти, вы должны сразу же приступить к сердечно-легочной реанимации. Первые 3-5 минут достигается заживаемость до 75%. Согласно базовому алгоритму сердечно-легочной реанимации, который должны выполнять не только медики, не только спасатели, а рассчитаны они эти рекомендации базового алгоритма для всех жителей нашей планеты, даже для школьников, которые проводят тренинги эти. В соответствии с этим алгоритмом надо выполнять следующие действия. Первое, что надо проверить, что вам ничего не угрожает, быть осторожным, соответственно, посмотреть нет ли оголенных проводов, стекла, что-то такого подобного. Дальше рекомендуется проверить реакцию. Для этого необходимо подвести пострадавшего за плечи, спросить с вами, все в порядке. Если вы получаете ответ, соответственно, можете диагностические вопросы наводящие с второй человек, упал на остановке, здесь рядом. У нас, допустим, рядом с домом культуры, и здесь в доме культуры у нас автоматически наружный дефибриллятор. И, в общем-то, рядом прохожий был врач, который знает, умеет пользоваться. И давайте посмотрим вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Помогите человеку плохо. Что случилось? Человек отсутствует дыхание, вы видите, что за помощью перенесите дефибриллятор. Начинается дефибриллятор. Раз, два, три.
Дорогие друзья, я хочу в нашем зале поприветствовать сейчас председателя законодательного собрания Ленинградской области, секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия» Сергея Михайловича Бибинина, который прибыл на нашу конференцию. Спасибо, Сергей Михайлович. Век живи, век учись, говорю. Я последний раз вот эти знания об оказании помощи, по-моему, в армии получил. Хочу поблагодарить за то, что вы собрались сюда, потому что мы вот уже несколько лет, наша партия занимается партийными проектами разной направленности. Их на самом деле достаточно много, но вы понимаете, надеюсь, что обычно выстреливают те, которые совпадают с ожиданиями людей. У нас их не очень много, но есть детский спорт, допустим, когда там родители, и школьники, и учителя заинтересованы в развитии этого. И вот этот проект «Партийное здоровье», но он вообще-то появился как бы в развитии программ, которые инициировал президент, правительство приняло. И вот то, что мы делаем на территории Ленинградской области уже третий год, по-моему, да? Где Татьяна Владимировна? Третий год, да? Четвертый год, я просто два года только как в этой системе, честно говоря, поэтому. И мне кажется, что это один из таких достаточно успешных проектов, который в первую очередь востребован людьми. И мне кажется, то, что вот и вы сегодня поучаствовали здесь, в этой конференции, наверное, это для нас тоже достаточно важно и очень важно вообще-то, потому что без вас этот проект реализовывать будет достаточно сложно. Специалисты именно первичного звена, те, кто вот находится там на первом муниципальном уровне, именно они ближе всего к тем, кому требуется помощь. Поэтому я еще раз бы хотел сказать вам спасибо за участие в сегодняшнем нашем мероприятии. Ну и пожелать, как так сказать, с духом нашей конференции, всем крепкого здоровья. Спасибо.